Еще одно уголовное дело в отношении первого зама губернатора Дмитрия Куликова. Новый факт взяточничества зафиксировали сотрудники органов следствия совместно с оперативными работниками УФСБ. Выяснилось, что около 2 лет чиновник оказывал покровительство некой коммерческой организации, за что был щедро вознагражден. Напомним, первое уголовное дело, которое пока еще тоже в стадии расследования, было возбуждено в мае текущего года. Речь тогда шла о получении Куликовым взятки в размере 5 миллионов рублей от Вячеслава Сверчкова за решение вопросов, связанных с оборотом земельных участков в областном центре. И вот новый факт. По версии следствия, с февраля 2014 по май 2016 года Куликов безвозмездно получил от руководства одной из коммерческих организаций легковой автомобиль Volkswagen Touareg за оказание общего покровительства в деятельности. При этом арендная плата по формально заключенному договору аренды транспортного средства, общий размер которой составил более 245 тысяч рублей, должностным лицом не оплачивалось. Кроме того, в течение всего периода работы в правительстве области указанная коммерческая фирма оплачивала Куликову услуги сотовой связи.